Федеральная сеть ортопедических салонов «Артека» открылась в Махачкале. На торжественном мероприятии побывали именитые спортсмены Дагестана, известные блогеры, лучшие врачи, хирурги и ортопеды. Как распахнула свои двери первая «Артека» на Северном Кавказе, расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Ей слово. Ортопедические стельки и обувь, компрессионный трикотаж, бандажи и подушки. Компания, не имеющая аналогов в ортопедической рознице, работает на рынке с 1998 года. Сегодня «Артека», насчитывающая более 300 салонов и существующая во всех крупных городах России, вышла впервые на рынок Северного Кавказа, стартовав с Махачкалы. Поздравить дагестанцев с этим событием прибыл генеральный директор ООО «Никомед» Сергей Шаитов. Аплодисменты ваши, друзья! Тот салон, который мы сегодня с вами имели возможность открыть и увидели, конечно, он дает больше спектр первых услуг для населения. Начнем с деток, с наших самых младших покупателей или посетителей «Артеки». Это расширенный ассортимент детской обуви, детской стели и другой детской продукции. Во-вторых, это продукция для здорового образа жизни. И мы работаем для спорта очень много, развиваем направление спортивного ассортимента. Поэтому люди, которые занимаются профессиональным спортом, любительским спортом, каждый найдет себе в салоне «Артека» то или иное средство защиты, поддержки во время спорта. Ну и гораздо большое количество продукции для домашнего спорта. Сегодня это актуально, мы все становимся изолированы, сидим по домам какое-то время, поэтому домашний спорт, домашние занятия спортом становятся актуальными. Известные спортсмены, прославившие Дагестан, довольны, что теперь необходимые атрибуты для восстановления после травм можно не заказывать из-за рубежа, а приобрести в родном городе. Я очень рад, что открыли это, то, что открыли здесь, в Махачкале, так как сама была травма, можно сказать, в Москву летал. Хочу сказать то, что это очень полезный магазин. Нередко мы нуждаемся в той продукции, которую здесь продают. Для спортсменов особо нужны наколенники, налокотники. Для гостей мероприятия организовали угощение, а приятным бонусом к фуршету стала викторина и лотерея. Счастливчики получили в подарок ортопедические подушки от компании «Артека». Параллельно в консультационном кабинете проходил прием у травматолога и хирурга. Получить помощь врача и правильно подобрать продукцию сможет любой желающий в удобное для него время. Можно провести компьютерно-оптическую диагностику стоп на предмет плоскостопия. Можно получить консультацию врача, можно получить комплексный осмотр опорно-двигательного аппарата. Это сюда входят и все крупные мелкие суставы, позвоночный столб. Или если у пациента есть уже диагностированная какая-то определенная нозология, то есть заболевание, пациент может всегда обратиться к врачу за подбором определенного ортопедического изделия или изделий и задать все интересующие вопросы и получить на них, скажем так, экспертный ответ. Делать жизнь комфортной, удобной и красивой. По словам сотрудников фирмы, это главная их задача. Каждый год компания представляет новую продукцию, в числе которых тренажеры, чулки, витамины и даже косметика. В этом году значительно расширилась линейка модной обуви. Для комфортной жизни, для спортсменов, для детей. То есть у нас будет очень стильная, комфортная обувь для нашего города. Мы всех ждем. Салоны «Артека» планируют свое открытие в других городах Дагестана и даже за пределами республики. А пока первая «Артека» на Северном Кавказе ждет своего клиента на улице Расула Гамзатова, 97, в Махачкале. Каждому посетителю предоставляется 15% скидка на первую покупку. Лариана Шамхалаева, Салман Гитехмаев, новости ННТ, Махачкала.